Если вы вчера вечером выпили лишнего, и у вас на утро жуткое похмелье, и у вас нет сил дойти до аптеки за алкозельцером, то эту проблему можно решить очень легко. Можно сделать алкозельцер дома, в домашних условиях. Для этого нам понадобится аспирин, обычный аспирин. У меня вот в таблетках, если есть шипучий, еще лучше. Растолочь ложкой, чтобы был порошок, чтобы он лучше растворился в воде. Понадобится сода, примерно 1 чайная ложка. Ну, где-то так. Так, сода. И понадобится лимонная кислота. Лимонной кислоты, ну, примерно вот столько, я думаю, хватит. Так, можно перемешать. И получится такой порошок, который засыпаем в стакан с водой, ну, примерно на 200 грамм, 200 миллилитров воды, это содержание. Аспирин поможет нам справиться с симптомами похмелья, то есть это головная боль, тошнота, какая-то вялость. Сода поможет нейтрализовать соленую кислоту, которая получится у нас в желудке, когда мы выпьем аспирин. И поможет восстановить нам вместе с лимонной кислотой кислотно-щелочной баланс. Ну, как-то вот так вот. Давайте попробуем высыпать. Вот видите, шипит. Из-за того, что здесь лимонная кислота и сода, из-за этого она шипит, такая шипучка получается. Ну вот, в принципе, оно на вкус. На вкус похоже на алкозельцер. Ну, конечно, лучше не злоупотреблять алкогольными напитками и употреблять их в меру или вообще от них отказаться. Все, спасибо за внимание, ставим лайк.